Всем привет, с вами Марс, и мы продолжаем проходить дополнение к Skyrim Dragonborn. Сегодня мы двигаемся по двум нашим квестам, завершаем квест очищения камней, то есть очищаем четвертый камень. И идем на встречу с Нелотом, неким магом, который что-то нам может рассказать про черные книги. Серия довольно-таки обещает быть интересной. Далеко ли нам идти? Нет, ну в принципе нормально. Но все там рядом. Этот камень, сам Нелот. Так. Я обещал, что я вас встречу. Я вас встречу. Так. Где мой нордский лук? Надо стрелы какие-то попроще. Остолгримовых у меня 27. Ну ладно, давайте остальными попробуем. Что это все-таки такое? Я помню, что они были в Морвинге. Но я не помню, кто они такие. О, с одной стрелы ложатся. Прекрасно. Попал, не попал? Попал. Хорошо, всех положил. Какие-то они не очень. То есть даже вообще никакие. Одна стрела, остальная, и все, и нету меча. Я думал, это что-то вроде мамонтов. Тут. Оказывается, не так. Какой-то форт. Давайте-ка подойдем поближе. Надеюсь, тут опасных нету. Морозного мотылька. Хорошо. Так ты же не вампир, Сирана. Блин. Кто тут живет? Стоп, а это что? Ух ты, какой гриб. Круто. Так, кто тут на причале? Это... Угу, да, это пепельный. Хорошо. Значит, просто форт полон пепельных отродий. Хорошо. Интересно, прям в башню попаду? Попал. Круто. Больше тут никого. Так. Давайте-ка посмотрим. Заходите, пожалуй, пока сюда. Пока сюда не буду. Не знаю. Подожди. Ты ведь человек. Нет? Блин, не попал. Так, вот там вижу пепельного. Вижу. Так. Этот отъехал. Что еще? Вот еще пепельное отродье. Снес. И на башне сверху был человек. Человек. Нужен ключ. Ясно. То есть по квесту, скорее всего. Угу. Ну ладно. Не сильно так уж я и рвусь туда. Все равно. Ты норм? Пошли. К нам, судя по всему, сюда.
Надо будет прийти потом, зачистить этот форт. Наверное, это связано с тем квестом, что мы брали у капитана стражи, точнее, которого мы спасли от Пепи Мехатроди. Так, а где наш камень? Да, вот эти грибы я помню. Это типичный морнинг. Какая-то вода. Неприродная. Зеленая. Стоп. А там кто был? Или мне показалось? Да не, не может быть. Кто тут? Ё-моё, кто это? Кто это такой? Поджигающий паук. Ну ладно. На мясо разлетелся. Или это не мясо? Ой, скрытый. Иди сюда. Ого! Даже с одного выстрела не снес. А, теперь снес. Чё? Куда он пропал? Скрытень. Твою мать. Как? Что это было? Ладно, не важно. Ого. Я надеюсь. Сприган. Так, Сприган ушел. Я надеюсь, оно не живое. И блин, оно живое, прикиньте. Это вообще чё? Чё это такое? Вот такое я, кстати, первый раз вижу. Я думаю, стрелять в него не надо. Он что-то вроде транспорта какого-то тут используется. Пойдемте-ка зыркнем. Да, судя по всему, какой-то транспорт. Ну ладно, идем очищать камни. Что? Отдыхаешь? Короче, ладно. Очищаем камень. Тут надзирателей у вас нету. Я, может, втыкаю, но... Ой, блин, не тот крик. Прошу прощения. Блин, как он называется? Форма. Безжалостная сила. Странная ш... А, подчинение воли. Точно. Так, теперь надо ждать, пока восстановится. Точно надзирателей нету? Хотя ладно, в принципе, пофиг. Не страшно. Мне уже ничего не страшно. Скрытень, выходи. А вот и он. Раз. Два. Три.
уехал. Или кто-то еще тут есть. Все, прекрасно. Отъехал скрытий. Теперь все камни очищены. Теперь двигаем навстречу с Нелотом. Ох, ё-моё, они живут в этих грибах. Офигенно. Короче, работайте, ребята, я потом с вами побазарю. Мне сейчас нужно к вашему мастеру. Это сюда хотя бы? Нет. О, куда я упал? Блин. Ну не сюда я упал, да? Ага, вот сюда. Все, понятно. Так, кто ж ты такой, Нелот? И зачем тебе эти черные книги? Вылезть? Окей. А что это будет? Вау! Все рано. Тихо, тихо, спокойно. Хоть заслуги, ты знаешь, где найти черные книги. Мне удалось найти черную книгу, но мне нужны и другие. Мне нужно знать то же, что знает Мирок. Только так я могу восстановить его в принципе. Ты знаешь, где найти одну черную книгу? Не понял. У тебя есть черная книга? Я не понял. Он, по-моему, что-то скрывает. Ты знаешь, где найти черную книгу? Ту, которая связана с миром. Короче, просто скажи. Ух ты какой. Ладно, только ты подожди, я осмотрюсь. У тебя должна быть черная книга. Я надеюсь... А, он уже пошел, блин. Хотел по карманам пошарить. Нужен ключ. Прикольные двери. Так, а что там есть? Это она? Да. Это она. Там какой-то станок у него, короче. Блин, мне нужен ключ. Так. Таким же макаром спускаемся. Вау! Вниз. Совсем.
Думаю, нас ждет увлекательное путешествие. Куда-то летело, короче. Иди нафиг. Так. Навод. Подожди. Тебя должен быть той. Навод. Навод. Это еще что такое? Блин, ну-ка давайте сохранимся. Попробуем еще раз залезть к нему в карман. Как это он не носит с собой ключ? Так не бывает. Да, на самом деле. Ну ладно. Судя по всему, он его или нам сам отдаст, или придется его убить. По какому-то стечению обстоятельств. Блин, далеко еще идти? А, вот там. Ну, немножко есть. Эти ребята уже тут успокоились. Ой-ой-ой, так тут целая крепость, причем она в озере. Да, что-то чувствую, с этим могут быть проблемы. Нелад, давай быстрее. Ой-ой-ой. Так. Блин, где он там? Ну что ты стал? Вот что ты стал? Бегом. Ну, там из врагов, в принципе, ничего нового, наверное, не будет. Паровые центурионы, шары эти, блин, пауки, инженеры. Да-да-да. Тут есть кто-то? Кто такой? Такой или такая? Попаду, не попаду? Попаду. Блин, ну что ты делаешь, ну? Я бы его уже унес. Хотя ладно. Вот там маг еще. Так, это спокойно, спокойно. Ого! Прикиньте, уворачивается от стрел. Охренел. На, лови еще одну на опережение. Тоже мне. Так. Кто еще? Ну просто бандиты обитают, то есть накопали себе, в принципе, в лагере. Глава шайки. Что-то он, походу, заглючил. Так. Хорошо. Сейчас снимем этого. Хорошо. Тут ловушка. А, в принципе, норм. Так, отъехала. Прекрасно.
обычные бандиты. Что может быть проще? Здесь Нелот уцелел. Хотя почему бы ему сдохнуть? Я ж в принципе всех на себя взял. Блин, броню может эту одеть. Она не прокачанная, тупая, ну. Ладно, я бы стрелы себе заберу. Отдашь мою стрелу? Нет. Жадина. Ага. То есть это твой. Как я промазал мимо головы, ё-мо. Нана. Нана. Ой. Тихо. Спокойно. Тебе это все равно уже не нужно. А это что такое? Как это понимать? Открывай, что ты стал. Куб. Ну ладно. А вот она. Хорошо, и как ее достать? Кнопка не рабочая. Так, это выход. Как? А, сюда. Ну, все понятно. Короче. На этом, пожалуй, остановимся. В следующей серии продолжим проходить. Это две мирские развалины. Достанем вот эту вот книжечку. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых видео.